Впрочем, есть организации исправившихся гомосексуалистов, бывших геев, которые доказывают возможность так называемого излечения благодаря восстановительной терапии. Ричард Коэн – один из наиболее известных терапевтов. Он практикует психотерапевтические методы излечения болезненных состояний. На его счету сотни вылеченных людей. Раньше он сам был гомосексуалистом. Сейчас он женат и имеет 3 детей. Он утверждает, что использует методы лечения, созданные на основе личного опыта. С юных лет я хотел жениться и иметь семью. С ним я ощущала себя канатоходцем над бездной. Все время рисковала упасть в пропасть. У нас уже было 2 детей, а он все время убегал из дому со всякими мужчинами. Но все время говорил мне, что любит только меня и что я должна терпеть. Он заставлял меня испытывать страшные муки. Но возвращался все время со слезами на глазах и обещал, что это больше не повторится. Когда мне было 5 или 6 лет, к нам приехал друг моих родителей. Он дал мне все, чего я не получал от отца. Он был очень нежен со мной и уделял мне много времени. Он играл со мной, вместе мы много смеялись. Затем, когда он завоевал мое доверие, он меня изнасиловал. Мне пришлось много работать над собой, чтобы освободиться от полученной травмы. Я дошел до самых глубин страдания. И вдруг внезапно мои гомосексуальные наклонности пропали. Они мгновенно исчезли. Вот так я обнаружил, что потребность в гомосексуальных отношениях была связана с полученной травмой. Освобождайтесь от душевных травм, и вы перестанете быть гомосексуалистом.